В молодежной столице России пройдет ярмарка современного искусства «Манифест-2024». Мероприятие стремится объединить художников со всей России, профессиональное сообщество, ценителей и людей, неравнодушных к искусству. Слоган этого года – «Ценности, искусство и человек». У каждого из нас, людей, компаний, было такое состояние, которое называется «Кто я и чего хочу». И несмотря на это потерянное немного ощущение, так или иначе у тебя есть ориентиры, по которым ты мечтаешь, путешествуешь, выбираешь свое окружение, собираешь себе команду единомышленников. И это все это маячки или ориентиры. По-другому это ценности. И мы предлагаем всем участникам этого сезона рассказать о своих ценностях. Будь то любовь к краю, не знаю, ценность семьи, ценность своего дела и так далее. Это может быть абсолютно разная история. И в том числе как для художников, так же и для бизнеса. Сейчас идет отбор авторов, которые представят свои работы на ярмарке. Уже более сотни художников подали заявки на Open Call. Наши участники – это по-прежнему неизменные дальневосточные художники Дима Лучинин, Рома Мартынов, Галактионов Василий, Погребняк Владимир, Кухаренко Николай. Это такие наши ключевые авторы, которыми мы безумно гордимся и представляем на территории страны. Из московских и питерских наших резидентов, с кем мы уже работаем на протяжении года, это Слава и Галя Ярющики, это Ушаков Святослав, новый автор, это Потемкин Артемий, Манкевич Виктория. То есть имен достаточно много, и всех мы с удовольствием будем представлять обязательно на манифесте в этом сезоне. Мероприятие станет центром притяжения ценителей и коллекционеров современного искусства со всей России. Мы же говорим про привлечение новых идей, про привлечение туристов, а сегодня с учетом того, что границы сильно закрыты со стороны Запада, и к нам едет турист со всей России, и мы можем рассказать не только словами, да, вербально, но мы можем показать наш край через наше искусство, через нашу культуру. Ведь если мы говорим про путешествия, то это всегда эмоции, это ощущения, и ничего лучше не может оставить как это ощущение, как визуализация. Галерея уже 5 лет работает совместно с администрацией города Владивостока. Сотрудничество и правда взаимовыгоднее. Администрация помогает в поиске площадок и оборудования, а также в информационном освещении. А Art Object, в свою очередь, создает молодежное арт-комьюнити. В городе существуют сообщества, которые разделяют твои интересы, что в этих сообществах или самостоятельно ты можешь реализовать свой творческий, спортивный, предпринимательский, любой иной потенциал здесь, в своем родном городе. Это очень важно. И вот как раз в рамках таких событийных мероприятий ты можешь увидеть то сообщество, которое необходимо тебе, найти единомышленников, вместе разобраться, с какими инструментами поддержки, городскими, краевыми, федеральными, вы можете работать. Все-таки плечом к плечу это делать проще. Ну и для себя понять, что для того, чтобы быть творчески, спортивно, предпринимательски реализованным человеком, тебе нет необходимости уезжать куда-то в другое место. Ярмарка состоится в многофункциональном комплексе «Мира» с 7 по 10 ноября. Событие является не только значимым в сфере культуры, но и играет важную роль в развитии туристической привлекательности региона. Олег Завьялов, Диана Иванова. Новости на 8.